возникла совершенно неожиданно и буквально 3 недели назад. Это какой-то такой новый формат, в котором русские встречи еще не проходили. Вот некое подобие такой встречи, ярмарки, выставки. Присутствуют русские рестораны, кафе, русская еда выставляется. Разнообразием своим, пожалуй, оно интересно. Интересная идея тем, что фильмы и программы, которые они показывают, это не стандартное то, чего все ожидают. Да? То есть мне очень нравится подборка фильмов. Они необычные, современные, умные. Мы будем показывать фильмы, показывать детям мультфильмы бесплатно. Будем читать поэзию, будем представлять современных русских художников. Русская культура в Великобритании принимается очень высоко. И русская литература, и русское искусство в любой форме. Интерес вот к этому событию, прежде всего, у русской публики, хотя довольно много англичан тоже сказали, что они собираются прийти. Русская культура всегда интересна для иностранцев, всегда. Спрашивают, что у вас здесь, и мы говорим, они заходят, интересуются, берут лифлетик. I don't know much about the culture, I must say. I know that they're very art-interested people and very... Много иностранцев, которые интересуются Россией, но не совсем все понимают. И вот сегодня здесь они могут познакомиться с настоящей русской душой. Нужно же как-то русскую культуру продвигать. А вот мы тоже в ресторане собрания стараемся это делать. Назвали его, потому что это место, где люди собираются, где люди могут отдохнуть, собраться. И у нас собрание разных блюд. Русская кухня, русская музыка. Мы поем фольклорные песни. Это с грецкими орехами на галике по грузинскому рецепту. А это с творогом просто. Среди людей, которые к нам приходят, очень много молодых людей, и это очень приятно. Меня зовут Миша. Опа, как все на ТВ сделали. Русская община все-таки намного дружнее, чем другие. В кулаке сила. Если все объединятся, все будут вместе, будет община. Будет намного интереснее и приятнее для всех. Ване, отдельное спасибо за такое замечательное мероприятие. Я думаю, что очень многим нравится. Судя вот по первой реакции, действительно такой фестиваль нужен. Есть причина устроить еще раз. Интересно то, что русские берут Лондон. И это радует. И скоро себя можно здесь чувствовать, как дома будет. Еще чуть-чуть осталось, и все, мы их покорим.